Люди озерного города попрощались с гномами, и те отправились к одинокой горе. Гномы прошли через земли, разоренные драконом, пустоши Смауга. Высоко в горах Бильбо заметил дрозда, клевавшего улиток. Затем он увидел замочную скважину, появившуюся на скале. Так был найден тайный ход в логово Смауга. Пришло время нашему уважаемому мистеру Бэггинсу показать, на что он способен. Ты должен войти в логово Смауга и принести мне золотую чашу Трора. Но будь осторожен, если ты разбудишь дракона, тебе не поздоровится. Замечательно. Замечательно, значит, сейчас. Минутка, да, говорение. Ну, как много-много-много минуток. Значит, сейчас у нас уже 10 уровень под названием «Слабое место». Вот. Сейчас. А в книге? Да, там, по идее, вот главы быстренько так пролистнулись. В общем, да, 10 уровень, слабое место. А в книге это была глава 12, «Вести изнутри». Но во время вот этого ролика там нам вкратце рассказали про одну главу в книге, которая была 11, и называлась она «На пороге». В ней, если вкратце, там Бильбо с гномами искали потайной ход. Вход, да, потайной вход. Затем, да, там прилетел действительно дрозд. И вот сейчас я зачитаю вам отрывок из книги. Затем серпик луны подобрался к окоему, пали сумерки. И тогда, и когда угасла последняя надежда, последний солнечный луч, рдяно-красный, выскользнул сквозь прореху в облаках и вонзился указающим перстом в гладкую стену. Черный дрозд, глаза бусинки которого внимательно следили за происходящим, громко пропел. Послышался треск, от стены отломился и упал наземь осколок. В скале, футах в трех от земли, появилось отверстие, замочная скважина. Да, замочная скважина. Вот так и обнаружили тайный проход, там появилась эта замочная скважина. Бильбо говорит, давайте ключ, а не давай сходи ключ, потом, так он же у Торина. В общем, Торин, иди сюда, и в общем, ключик Торин вставил, и все, и открылся тайный проход. Ну и затем уже, да, мы возле этого потайного прохода и были. То есть это вот так вот он выглядит. А это, чтобы вы понимали, уже одинокая гора. Одинокая гора, которую еще также называют Эребор. Да, только я ее не могу во всей красе, конечно, вам показать, что разработчики не совсем нам дают на нее полюбоваться. Вроде бы так все сказал. Да, вроде бы. Вроде бы так все сказал. Там-пам-пам. Всякая гора. То есть нам сейчас... Что тут предлагают по заданиям-то? Найти золотую чашу. Проникните в логово Смауга, заберите золотую чашу Трора и отнесите ее Торину. Да, у меня тут... Так, та-та-та-та. Ага. Да, в принципе, все сказал. В принципе, все сказал, что хотел. Ладно, давайте сохранимся. Сохранимся. Сначала нужно со всеми гномами, наверное, поговорить по порядочку. Ну, с Торином. Ну, давайте с Торина начнем. Ты должен войти в логово Смауга и принести мне золотую чашу Трора. Но будь осторожен, если ты разбудишь дракона, тебе не поздоровится. Золотую чашу Трора, кстати, тут интересный такой момент. Во-первых, кто такой Трор? Да, тролль — это король гномов Эребора, отец
Трайна II, дед Торина Дубощита и последний король под горой до атаки Смога. Так вот, про эту золотую чашу тут такой интересный момент. В книге Бильбо в гору забежал, и там что-то испугался, и увидел золотую чашу, и просто ее свистнул и убежал. А тут видите, как разработчики решили сделать это нам в задании, найти золотую чашу Трора. Да, это же, наверное, прикольно. То есть они обыграли этот момент, что по книге Бильбо никто не просил. Он просто, хоп, взял, сам свистнул какую-то чашу. Ладно, теперь с тобой давай поговорим. Еще что хотел. Помните, я говорил, что они должны ходить в колпаках? Ну, это скорее капюшоны. Это точно не колпаки. По книге они в колпаках, гномы. Если это можно считать за колпаки, то, по идее, это плащи. Плащи просто с капюшонами. Не канон. Стоит мне подумать об этом драконе, как я теряю аппетит. У него все с едой. Пришло время для серьезной работы. Удачи тебе. Если вы мне только все удачи можете пожелать. Будь осторожен, Бильбо. Никогда нельзя недооценивать драконов. Что бы ты ни делал, не смотри ему в глаза. Иначе он наложит на тебя драконьи чары. Это вот Килли, это Филли, они по книге эти самые молодые из гномов. Как насчет того, чтобы надеть это твое колечко, Бэггинс? Тебе надо использовать любую возможность. Да, только ты знаешь про колечко? Он уже рассказал. А, ну да, по идее, Бильбо рассказал им еще в лесу, когда от пауков их спасал. Я весь дрожу. По чести сказать, не представляю, как ты это сделаешь. Запомни, держись подальше от его крыльев и когтей, и хвоста, и пасти. В общем, от него самого. Должен сказать, что ты, похоже, лучший взломщик на свете. Спасибо. Если кто и может это сделать, то только ты, Бильбо. Ты проделал долгий путь, Хоббит. Я даже не думал, что тебе это удастся. Будь осторожен там, внизу. Блин, озвучка, какой голос сейчас приятный был у чувака. Ты сумеешь это сделать, Бильбо. Ты самый отважный из всех нас. Еще вот там вот гном. Блин, как красиво, а? Да, и интересно, тут секреточек-то никаких нету. Вдруг нужно прыгнуть, схватиться. Да не, я думаю, уж не настолько. Я, конечно, пошел бы с тобой, но, ну, ты понимаешь. Боишься. Боится. Ну что, ладно. Давайте, раз уж мы со всеми поговорили, еще раз, пожалуй, сохранимся. И в путь. Заходим в гору. Потайной проход. Такая сразу тишина. Ух ты, это что, это пони? Это был дракон. А вон уже, по-моему, шевелится. О, да. Вон дракон. А где его морда? Я что-то не могу понять. Столько сокровищ, прям такая пещера. Вон там поверху можно карабкаться. Давайте посох возьмем. Ну что ж, Бильбо Бэггинс, ты сам этого хотел. Здесь спит Смауг великолепный. Тебе нужна была возможность подтвердить свою репутацию взломщика? Так вот, эта возможность как раз перед тобой.
Да, слушайте, прикольно сделали. Классный такой уровень. Смаук. И чаша, о которой говорил Торин, как раз у него под носом. Да офигеть, вы серьезно? А, следите за индикатором бодрости Смауга. Если этот индикатор заполнится, дракон проснется. Ага. Ну вот я хожу, то есть он меня не слышит. Смотрите-ка, когда я палочкой. Вот тут надо взять. Лучше мне не ходить по этим золотым монетам. Если я буду слишком шуметь, старина Смауг поджарит меня заживо. Это да. Ой-ой. Отлично. Так, ладно, теперь... Ой-ой. Непривычно, когда самая первая была зеленая. Немножко непривычно. Сейчас нам предлагают с посоха, да, оттолкнуться и дальше прыгать. А вот этот сундучок надо же тоже взять-то. Я, пожалуй, пока тут рядышком. Офигеть. Да, я, пожалуй, пока я тут рядышком, я схожу, наверное, сохранюсь. Блин, сюда думаете пойти? Не, я, пожалуй, сохранюсь вот здесь. Да, мне тут как-то, знаете, поспокойнее. Все, теперь можно спокойно бегать. Последовательность бы еще понять, как лучше. Тихонько смог, тихонечко. Опанца. Ага. А, вот сейчас на... Ух ты, это у него тут хвост какой. Оп. Цепи, надеюсь, не обрываются. Тихонько, Бильбо, тихонечко. А, то есть как только у него хвост поднимется, надо пробегать. Бильбо, стой! Офигеть, он проснулся! Офигеть. Так, а что мне нужно было? Быстрее как-то спрыгивать или как? Как это? Как лучше-то? Я лучше сохранюсь. Все, теперь можно спокойно. Блин, а как тогда этот сундучок взять? Видимо, нужно как только он хвост поднимает. Вот он сейчас его опустит. И как только он его поднимет. Ай-яй. Ну чё, я не могу. Фух. Ладно, теперь нам нужно туда, да, запрыгнуть. То есть нам кристаллы, они как бы подсказывают, в каком направлении двигаться. Да прыгай. А, ну то есть по сокровищам таки можно.
если осторожно. Да, если осторожно, то можно. А вот эта цепь зачем? Ага. О-ля-ля, сколько же здесь всего? Сколько же здесь всего? Ужас. А можно сохранение где-нибудь? Во! Спасибо. Очень кстати. Не, ну если так часто будут сохранения появляться, то тогда, в принципе, нормально. Что с сокровищами? Они так... А, это они так переливаются? Это что там такое? Что это там за монетки? Это типа для самых отважных. Кто не побоится. Да, сюда допрыгать, кто не побоится. Тихонечко, Бильбо. Аккуратненько. Сюда еще схожу, что я ведь здесь пропустил. Вот. Теперь мне что предлагают? По цепочке, да? Там еще синий сундучок. Или потом его взять? Или сейчас его взять? А как? Надо было после. Офигеть, как он допрыгнул. Бильбо, иногда ты меня удивляешь. Ну, камень явно нужно куда-то подвинуть. Вопрос, куда и для чего? А, чтобы сюда, наверное, залезть. Нужно камень. Так, он как-то его Ой! Офигеть, я не заметил то, что камень-то звуки издает. Ну ладно, я хоть тут сохранился. То есть нужно ждать. Оп. Ой. По идее все. Нам должно хватить. Да. Нам хватило, но... Для начала... Там возьмем сундучок. Да, там же сундучок. Ох. Ох, ох, ох. Давай, запрыгивай. Он не запрыгивает. Слушайте, я не знаю, что за фигня. А, он, смотрите, он, типа, когда просыпается, он там даже голову поднимает, офигеть. Страшно. Бильбо, ты запрыгнешь? Он не запрыгивает. Вы понимаете? Вот, вот, вот. А я не знаю, это как мне выбраться отсюда. А если на цепочках? Не, все равно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. В общем, значит, нужно бежать. Значит, сейчас... Еще нужно прыгать. Прыгай, Бильбо! О, да. О-хо-хо. Ладно, сюда нам надо. Если здесь что-нибудь есть. Тихо, тихо. Там еще монетки. А нам здесь предлагают по вот этой груди, да, через нее, через вот эту груду сокровищ перепрыгнуть.
давайте перепрыгнем. Ой-ой. А как нам лучше через нее? А я не могу посохом, я хочу посохом оттолкнуться. А это дверь? Это же явно какая-то дверь. Ой, я не заметил. Не надо было прыгать. Лишний раз лучше тут не прыгать. Лишний раз лучше здесь не прыгать. Так, а если зайти где-нибудь? Ну вот, я прыгаю нормально. Тут какая-то. То есть мы отсюда должны были, видимо, сюда зайти. Да, мы сюда должны были прийти. Больше ничего вроде бы не пропустил. Пока что. Это что такое? Какой-то рубильник. А здесь мне предлагают наверх. Для чего? Я пока не хочу наверх. Я еще внизу не все проверил. Вот, что за рубильник? Ага. Какое-то там ожерелье. А еще сюда можно. Слушайте, офигеть, тут еще ходить. И это все нужно втихую, или потом, может, смог как-то проснется там. Ой-ой. Надо просто стоять. Надо просто постоять. О, нормально, прыжками. Лайфхак. Теперь, значит, что-то у нас там ведь открылось. Дверка-то. Где-то дверка тут открылась. Ай-яй. Дверь там, по-моему, открылась. Или там. Или не там. Или там. Или не там. А где дверь-то открылась? За вот этим. Ля-ля-ля-ля. Какое-то ожерелье. Какого-то некроманта зеленое. Найдено ожерелье Гириона. Ожерелье Гириона. Ожерелье Гириона. Где оно тут у нас? Ага. Это был такой дядя. Гирион. Это король Дейла. Во времена нападения Смауга. Да, король Дейла во времена нападения Смауга. А Дейл — это город королевства людей-северян, находившихся в долине у подножья одинокой горы. Гора. Там уже что-то за платыки плетается. Сколько можно говорить? Оп! Видали как? Учитесь. Но нам это ожерелье, наверное, по заданию потом нужно будет взять. А я его, видите, раньше времени нашел. Тороплюсь, пожалуй. Пожалуй, я тороплюсь. А нам туда ведь не нужно. Но я там только что вот как раз таки это ожерелье-то и взял. Ладно, теперь я могу, наверное, даже пойти наверх. Еще я бы хотел бы, знаете, не упасть. Ух ты, а что можно? Выше. Не, выше не нужно. Опаньки. Теперь нам что предлагают? Дальше? Значит, дальше, да, прыгать? Оп. Просто я не знаю, вот наверху там будут еще кристаллы. Или может отсюда сверху можно еще куда-нибудь? Вон еще монеток сколько! Офигеть, тут монет! Не, ну я думаю, туда-то мы точно не допрыгнем. Здоровый, прям под нами спит. Смог. Величайшее из бедствий.
Так, подождите, пока наверх. А вот эта цепочка, она что-то... А, вот она подъезжает. Отдаляется. Главное, он не слышит цепь. Он слышит монетки, но не слышит, как бренчит цепь. А что, эта камера специально так? Чтобы мы видели, куда, типа, прыгать? Нам сюда ведь и нужно было? А, да, вон она, чаша. Ладно, подождите, чашу надо сначала ведь... Нужно же сначала-то сундук хотя бы открыть здесь. Я, пожалуй, на цыпочках здесь похожу немножко. Оп, оп, дзынь, дзынь, дзынь. Найдено противоядие. Противоядие. Ладно, а чашу там никак лучше взять? Прям вот в наглую на нее запрыгнуть? Или как ее взять? Слушайте, а я не знаю. Но я в теории могу просто пропрыгать вот... Бильбо. Офигеть, я не понял, что было. Я сцену пропустил или что там? Где задание? Задание, задание. Найдите золотую чашу. Ну, так я же и нашел ее. А. Ну, то есть ее еще Торину надо отнести. Ладно, сейчас пойдем отнесем. Как лучше назад-то? Хорошему вот сюда бы пойти. Да, то есть вот как мы пришли. О, это что такое? Там еще какой-то предмет. Видимо, мы сейчас принесем чашу. Потом что-нибудь еще им нужно будет. Там. Ой, какой Бильбо молодец. Принеси-ка нам еще, пожалуй, вот это. А потом... Вот это. О, главное, сохранились. Все, остальное не важно. Да, вот нас кристаллами нам прям показывают, куда идти. Где находится выход. То мало ли мы заблудились. Мало ли мы заплутали. Не, ну в такой пещере реально легко запутаться, в принципе. Воры! Грабители! Обокрали! Воистину, это чаша моего деда! Отваги и хитрости у этого Бильбо гораздо больше, чем кажется. А удачи гораздо больше, чем положено. Многие тяготы мы претерпели ради того, что в этот день настал. Ныне мы убьем дракона Смауга и возвратим себе наш дом и наше сокровище. А и как же мы это сделаем? У тебя же нет плана. У каждого дракона есть свое слабое место, так говаривал мой батюшка. Посмотрим, так ли это. В конце концов, у меня же есть мое кольцо. Я прокрадусь в логово дракона. Посмотрим, что я смогу там увидеть. Отличный план, Бильбо. Удачи. Эй! Выясни, где у этого крылатого червяка уязвимое место. О, отличная работа, Бильбо. Я знал, что ты это сумеешь, Бильбо. Отличная работа. Да-да-да, спасибо. Поверить не могу, что тебе это удалось. Но ведь удалось! Если бы мы только знали, как избавиться от этой твари.
Может, пока ты там был внизу, ты случайно убил это чудовище, а? Он шутник. Какие истории будут рассказывать о Бильбо Бэггинсе? Поразительно! Может, пока... Отличная работа, Бэггинс! Отличная! Ты? У тебя получилось! Гномы еще долго будут слагать о тебе песни, Бильбо Бэггинс. Вы, хоббиты, удивительные существа. Конечно, чаши и драгоценности — это хорошо, но нам еще предстоит справиться с драконом. Я ни разу не усомнился в тебе. Даже на секунду. Понятно. Я думал, нам как раз дадут задание. Еще одно. Типа, найдите уязвимое место. Вот как раз там такие ожерелья, которые мы нашли. Найти уязвимое место Смауга. Найдите уязвимое место Смауга. Чтобы осмотреть дракона целиком, заберитесь на большой канделябр. Все, так мы же там и были. Хоп, такая сразу тишина, да? С улицы. Заходим в этот проход, и сразу такая тишина. Дракон-то там. Вор, я чувствую твой запах и твое движение. Выходи на свет, я на тебя взгляну. Да, сейчас, секундочку. Вот же я. Вот он я. Видишь меня? Ты что, слепой? Дракоша. Смог. Вот же я. Ну даешь. Совсем не видит ничего. Может, мне удастся найти его слабое место? Вот только бы, если я смог забраться повыше, чтобы хорошенько его разглядеть. Если я не буду снимать кольцо, может быть, он меня и не увидит? То есть нам в этой пещере... Так, не снимайте кольцо, если смог заметит Бильбо, тому придется худо. А, ну все, заметил. Все, я понял. Все хорошо. Хорошо. Я все понял. Кольцо не снимать. Надеть и не снимать. Да, то есть я тогда ту сцену случайно пропустил, получается. Вот, блин. Покажись мне, вор. О, да. Нам дали здоровье. Еще одно. Ага, хорошо, что тут есть такие плиты, за которыми можно спрятаться. Ой-ой. А, кстати, то, что мы громкие, это никто не отменял. И, наверное, игра хотела бы, чтобы я... Слушайте, вон там кристаллы. Тут кристаллы. Везде кристаллы. Куда лучше пойти-то? Блин. Слушайте, ну я не знаю. Не, ну я прям не знаю. Все, мне главное было сохраниться. А когда сохранился, все, уже можно сундучки повзламывать. Че, он не спит, да там? Да, наблюдает. Посматривает. Сейчас кольцо наполнится, и я сохранюсь. Чтобы, если вдруг нас поймают, чтобы уже кольцо было заполненное. Беги, прячься, если сумеешь. А как мы, Бильбо, научи? Teach me. Ой, а он ведь на нас прям смотрит. А сейчас кольцо снимется. Тебе.
тебе не уйти отсюда, взломщик. О, я еле успел. Я еле успел. Просто еле-еле. Но он не запрыгивает. Оглядись вокруг, вор. Здесь твоя могила. Да, нормальный голос у него такой. Ай-яй. Упали. Чуть не упали. А игра так и хочет, чтобы мы вот именно вот так пошли? А он смотрит? Он смотрит. Я надеюсь, я все правильно делаю. А, ну вот сюда. Тебе не увидеть света дня. Эй. А я никуда не могу вообще. И он не запрыгивает просто. Бильбо не прыгает почему-то. Но он не цепляется руками. То есть вот я прыг, да? Тебе не увидеть света дня. Вот он не цепляет. Понимаете? Не цепляется. И не запрыгивает. А, еще и кольцо снялось. Ну да, здорово. В общем, тут все совпало вообще. Вот все плохое, что есть, все совпало. Тебе не увидеть света дня. Этот света дня, это мне напоминает, знаете, что в Аладдине, там, когда он в пещеру зашел, в пещеру чудес... А, ну да, заметил вообще. В пещеру чудес, когда зашел, там тоже Абута. Обезьянка так это случайно. Ну как случайно, специально. Тебе не увидеть света дня. Взяла. Да он не цепляется, вы понимаете? Это походу специально сделано. Но я просто не понимаю, как мне нужно было поступить. Он не цеплялся. А, ну еще и заметил нас. Ай-на-на-на-на. Слушайте, я не знаю, что делать. Ну вот я прыгаю. Да, вроде бы все хорошо. Все, и Бильбо перестает. Он не цепляется. Не, не цепляется. Главное, я трость-то не могу поиспользовать, потому что если я... Бильбо в кольце не может использовать трость. Ну, это посох. Так-то по-хорошему. Не увидеть света дня. Вот, мне пойти, надо на этот камень запрыгнуть. Ну, прям очень надо. Вот, не цепляется! Никак! Не, все, значит, мне не сюда. Потому что я не знаю, но он не цепляется. Это ненормально. Он не цепляется, я не знаю. Значит, вообще мне нужно туда наверх идти. Да, или они хотели, может, чтобы я здесь наверх залез. Ну, чтобы я здесь наверх-то залез. А если я ненадолго, ладно, сниму кольцо. Прям совсем буквально на чуть-чуть, так сказать. Чтобы допрыгнуть. А, то есть он нас сразу видит. Ням-ням-ням. А как еще можно забраться туда? Ну, по идее, тогда я где-то там залазил. Давайте я, пожалуй, туда и пойду.
Видимо, я зря сюда пришел. Это была плохая идея. Ой-ой. А я же не допрыгну здесь. Бильбо, дружище, нас сейчас смог увидит. Увидит смог. Дракошка. Увидит нас. Вунку, он страшный, смотрите, это же ужас. Величайшее из бедствий, блин. Теперь куда-нибудь сюда, потом куда-нибудь сюда, и сюда, и сюда. И вот так вот встанем, сохранимся. Ну и полезли наверх. В общем, да, здесь мы... вот они, разработчики. И как это называется? Тут был камень. Там был камень, понимаете? А теперь камня нет. То есть мне нужно искать обходной какой-то путь. Ну, здорово. И где я сейчас его найду? Не цепляется. Не цепляется. А если без кольца? Не, вот. Сейчас зацепился, но как-то странно. Очень как-то странно Бильбо зацепился. Очень странно. Я хочу наверх. Как мне? А если мы туда? Эй, а чё? Я не смог. Да, Бильбо, ты не смог. Ты Бильбо. Я, ну, в смысле... Шутник. Как мне туда залезть? Значит, все-таки надо там. А вопрос, как это сделать? Кто мне скажет? Вот есть цепь. И мне от этого ни разу не легче. Сейчас кольцо прекратит свое существование. Значит, как-то здесь надо. Может, вот в эту штуку надо стрельнуть? Может, камнем кинуть? Вот в эту вот золотую. Ну, а вдруг? Давайте я сохранюсь, пожалуй. Перед тем, как это сделать. Ну, давай. А, нифига. Слушай, а если я вдруг его накину? Что будет? Эй, а чё? Игра? Ты чё, не знала, что что-то кто-то будет так делать? Ну, я ведь явно докидываю до него. Так, камни надо восстановить, поэтому нужно... Бильбо, тебе придется умереть. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну вот туда мне нужно как-то допрыгнуть. Понимаете? Но я право не знаю, как это сделать. Но он не до... О! Бильбо! Ты допрыгнул, мальчик мой. А, тут еще есть сохранение. Замечательно. Не, да, так нам сюда и нужно было. Просто я, ну, блин, никак вообще не мог допрыгнуть. То есть это спасибо разрабам. Это все вы виноваты. Я чую твой запах, вор. Да-да-да. Вопрос. А то, что я вот наверху, он... А, вот не смотрит. А, я за цепь встал. Все, я понял. А дальше? А дальше нужно было, наверное, наверх ползти повыше. Куда-нибудь вот сюда. И потом прыгать. Как-нибудь вот типа так. А кольцо сейчас прекратит свое существование. О, нормально. Мы как раз от его глаз скрыты. И Бильбо, давай прыжок. Прыжок. Отлично. Все, мы забрались.
пожалуйста, бери, что хочешь. Здесь много сокровищ. Нет, спасибо. О, Смаук величайший. Я только хотел посмотреть, действительно ли ты так велик. У тебя хорошие манеры для вора. Похоже, ты меня знаешь, но я не припоминаю твоего запаха. Я отгадывающий загадки, разрубающий паутину, оседлавший бочку и выигравший кольцо. Прекрасные титулы, но мои зубы остры, как мечи, а мое дыхание — смерть. Знаешь ли, я всегда полагал, что брюхо у драконов мягкое. А что ты думаешь вот об этом? Ослепительно! Какое совершенство! Нет ни меча, ни стрелы, которые могли бы ранить меня. Старый глупец, в его броне есть прореха прямо на груди. Что это? Что ж, воистину я более не должен задерживать ваше великолепие. Ты хочешь так быстро уйти, оседлавший бочку? Хочешь вернуться к этим злосчастным озерным людишкам? Вор! Взломщик! Озерный воришка! Просто прислушайтесь к реву Смауга и укрывайтесь от огня за обломками. Ну я понял, нам прям беленькими кристаллами путь наружу показывают. Но это хорошо. Да, ну пожалуй я для начала сохранюсь. А что там по заданию? Найдите уязвимое место. Ну ладно. А чё я? Я не могу. А, ну вот, все, сохранились. Значит, проходим здесь сюда. Кольцо снимаем. Надеваем. И чё? Бильбо, прости нас. Прости нас, Бильбо. Я не понял, как это произошло. Офигеть. То есть я тороплюсь. Не нужно так торопиться. То есть вот он сюда. Ага, ну все. А что такое? Я рано вышел, что ли? Он же уже все. Что это за фигня? Мне может кто-нибудь объяснить, что происходит? Какого хрена я умираю? Он даже сюда не дует. Все, можно идти или как? Все, можно идти. Я ни черта не вижу. Нужно каждый раз. Возле каждого укрытия. Можно сохранение еще, пожалуйста? Очень надо, ребят. Что, ну каждый раз сначала начинать, это не прикольно. Тихо-тихо. А он, типа, нас, получается, слышит? Ну, раз он вот там, где мы встанем, туда сразу и... А чё?
А, все, Бильбо успел. Рассказал, что в панцире, защищающем грудь дракона, есть прореха. Дрозд выслушал все и полетел в озерный город. Внезапно поднялся сильный ветер. Бильбо и гномы едва успели скрыться в тайном ходе, когда дракон спикировал на скалу. Отряд оказался запертым в логове Смауга. Мы должны покинуть это место, прежде чем вернется дракон. Переправь нас через эту пропасть, Бильбо. А все, дракона, в смысле, нету в пещере? Точно. Офигеть. А что мне по заданию? Пересеките пещеру. Помогите гномам пересечь пещеру. Хорошо. Мы должны покинуть... Это я понял. Бильбо... Дедушка рассказывал мне о гигантском золотом блюде. Если ты найдешь его, принеси мне, а? Стоит мне только представить, как я ем с этого блюда жареную индейку. Ага, вот уже и какие-то задания пошли. То есть найдите золотое блюдо. Если вы найдете золотое блюдо, отдайте его Бомбару. Хорошо. Бильбо, если ты отыщешь копья короля Дартина, прошу тебя, принеси их. Ага, Дартина, это, точнее, тут не Дартин, а Бладартин. Это король людей, упоминаемый в «Хоббите». То есть вот отрывок вот из книжки, из книги «Хоббит» или «Туда и обратно», сейчас вам зачитаю. То есть как там он упоминался-то? Сохранились ли в целости копья, изготовленные для армии великого короля Бладартина, давно уже умершего? Копья с трижды закаленными наконечниками и древками, искусно украшенными золотом. Их так и не успели передать королю и получить за них плату. Вот так упоминался там этот Бладартин. Они... Как тут они его назвали? Дартин? По идее, Бладартин. Если вы найдете копию короля Бладартина, отдайте их Балину. Хорошо. Где-то здесь находится ожерелье Гириона. Если ты найдешь это ожерелье, принеси его мне. А вот про Гирина я рассказывал, что Гирион — это король Дейла во времена нападения Смауга. А Дейл — это город королевства людей Сверян, находившихся в долине у подножья Одинокой горы. То есть Дейл — это не Чип и Дейл, а Дейл — это название города. Ожерелье Гириона! Благодарю тебя, Бильбо! Вот мы ожерелье и отдали. Очень хорошо. Все, у нас его забрали. Где-то здесь должен быть огромный рубин моего отца, Гройна. Если увидишь этот камень, принеси его мне. Ага, а Гройн — это отец Глоина и Оина. Где-то здесь... Да-да-да, мы поняли. То есть найдите рубин Гройна, найдите золотое блюдо. Я просто хотел, чтобы вы прислушались к этой музыке устрашающей, просто ррррр. Это как будто бы... Это контрабас, прям так низко прям. Но я ведь не со всеми поговорю. Я сейчас с вами не поговорю. Этот зал провонял драконом. Нам нужно уйти, Бильбо. Немедленно. Возможно, их отделили вот этой вот балочкой, чтобы... Ну, может быть, чтобы не толпились, но вот у этих всех, да, то есть вот 4 задания. 4 гнома, 4 задания. А эти, наверное, просто так мы с ними сейчас поговорим. Найди способ вывести нас отсюда, Бильбо. Мне не нравится это драконье логово. За это был разрушен наш город. И убиты наши сородичи. Поверь мне, этот дракон — воплощение зла. Древние песни не лгали. Эребор действительно прекрасен. Даже думать не хочу о том, чтобы оставить все эти сокровища дракону. Я слышал рассказы о богатствах Эребора, но никогда не представлял себе... Чё? Я слышал рассказы о богатствах Эребора, но никогда не представлял себе. И все.
Все сказал. Давайте посох возьмем. И я предлагаю обшарить гору. Да, потому что здесь куча сундуков осталось. То есть можно было это все сделать и после, когда смог улетит. Вот, например, по статистике. Монет аж 4000 здесь монет. Кристаллов храбрости 2100, еще и сундуков. Вон 20 штук где-то сундуков здесь. Офигеть. О, ля-ля-ля-ля. Да-да-да. Теперь я могу смело зато везде ходить. Блин, вот кто бы знал. Кто бы знал. Кто бы нам сказал. Давайте я сначала полностью низ обшарю. А, стопэ. А не хочу туда спускаться. А что это там вообще такое? Страшно. Я хочу вот сюда. А, блин. Я хочу туда как-то забраться наверх. Хочу. Что вон монетки. Там какие-то лесенки. Можно смело прям вот прыгать, ходить, как хочешь. Ой-ой. Траванулся. Благо у нас есть противоядие. Только я его не могу почему-то выбрать, потому что... А, ну потому что мышка сюда была наведена. То есть если мышку чуть в бок. Сюда можно? Эй! А, ну вот. Золотой сундучок. Может его взломать? Эти его отмычкой. Опаньки. То я их все берегу. Эти отмычки. А сколько, кстати, у нас их еще? А, одна штука осталась. Ну, немного. Эй! И что это? А, так, Бильбо не сможет войти в Эребор без гнома. Помогите гному перебраться через пропасть. А, то есть мы таки выход нашли, но без гномов, то есть, офигеть, то есть мне нужно что-то снизу будет сделать, видимо, затопить как-то там все. Ну, потому что я не знаю, как еще пропасть. Чем еще можно пропасть заделать? Да смотрите, я уже наверх полез. Да, я уже залезаю наверх. Но я ведь хотел сначала все снизу проверить-то. Опаньки. Сначала же я хотел все проверить снизу. Блин. Блин. Двалин. Ой, упал. Офигеть, это же надо. Как я не разбился, не скажете мне? Бильбо, как ты... Дружище, не разбился. Вот здесь явно нужно вот сюда залезть и на цепочку потом вот так вот. Да. Угу. А, ну то есть хотят, чтобы мы по уступам там еще прошли. Ладно, а здесь... Здесь... Ох. Опа, ключик. А, или это отмычка. Отмычка, да, это найдено. Найдена отмычка. Вот сохранение, это хорошо. Это прям приятно. Прям очень, очень, очень. Кстати, рубильник. А что это, кстати, может быть? Это... А, рубин Гройна. Да.
Это Рубин Гроина. А здесь нам отсюда предлагают наверх запрыгнуть. Но я ведь сначала должен вот сюда. К золотому сундучку. Этот я, пожалуй, уже взломаю. А то что-то отмычек немного. Благо он оказался. Я, пожалуй, сохранюсь. Вот. Я должен был, наверное, на уступ. Потом. Офигеть, Бильбо! О, жестко. Ну-ка. Эх! И все. Допрыгались. Да я думал, он допрыгнет с посохом. Но вдруг. Бильбо, может, как олимпийский чемпион, как прыгнул бы. Ну ладно, ну то есть здесь надо до уступа вот это вот прыгнуть. Опаньки, вот типа так. Опаньки. Ага, вы хотите, чтобы я сюда? Подождите, сначала-то надо. Блин. Ну вот смотрите, если я сюда прыгну, я потом ведь не вернусь. Да, я же потом ведь не залезу. Нет, давайте я тогда, пожалуй, во-первых, надо на цыпочках, чтобы больше шансов было не упасть. Оп. Я хочу осмотреться. Ну, смотрите, вот я прыгнул бы. Ну и все. Как я бы обратно? Ну, только если вниз. Блин, ну тогда потом опять за ним возвращаться. О, да, слушайте, заставляет нас побегать. Заставляет Бильбо побегать. Там сундучок не открытый внизу. Вот карту бы, да? Вот карту бы. Было бы. О, здравствуйте. Здравствуйте. А, ну да. Какой-то черный дымок пошел, я думал, что там опять какая-нибудь отрава. Слушайте, ну большая пещера. Да, такая. А там еще выше можно залезть, что ли? Что там за золотая цепь такая? Прикольно. Что такая тишина. Бильбо, отпускайся. И нам надо... Бильбо, дружище, очень аккуратно здесь ходить. Очень аккуратно. Прям вот, ну, максимально аккуратно. Прыжок с посохом был явно лишний, но... Я думал, что все пройдет хорошо. О, да. Теперь, что дальше? Дальше идем по верху. Вон сколько там монет внизу, офигеть. То есть они прям манят, чтобы мы спустились. А, еще и внизу этого Гроина. Я хочу сначала туда уж по верху пройтись. Ну, как бы надо было по низу идти. Я сначала по низу хотел пройти. Опаньки, вот запрятали, а? Вот запрятали. Ай-яй-яй. Хитрые какие разработчики. Чтобы мы всю локацию прям пробежали. Везде, в каждый закоулок, чтобы залезли. Ну, хитро, конечно, да, сделано. Но ведь работает. Ведь у них это получилось. Я ведь... Как они хотели, так и делаю. А, ну, видимо, я весь вверх, да, прошел? Все, то есть теперь можно... Если мы что-то увидим внизу... Такое... Красивенькое!
Ага. Что мы уже можем без особых угрызнений совести спуститься? А чё это? А зачем мне наверх? Ой, я дико извиняюсь. Да, надо было. Ой, как чихнул. Ой, как хорошо. Прям сразу стало. А чё я не могу запрыгнуть? Я не пойму. Бильбо, дружище, а почему ты не можешь? А, ну всё, ханить. Я чё-то не понял сейчас, что это было. Почему я не смог? Вот так он допрыгивает. Молодец. Бильбо, молодец. Теперь я, пожалуй, вот этот кристалл возьму. Да, как его взять-то лучше? Вот так. И я вот здесь тоже пройду. Мало ли они что за статуи тут запрятали. А, не, ничего не запрятали. Ладно, обратно. Обратно. Вон еще сундучок снизу. И вон еще золотой сундучок. О, и здесь сундучок, походу, ну. О, какие. А, я еще и так могу. Ну, давайте тогда, потому что я там что-то еще видел. Ну, блин, или по порядку уже. Давайте, ладно, чуть ниже. Все, золотой сундучок. Взломаем этот. Да блин. Офигеть, я опять пропустил. Или как? Я не скажу, что это было просто. Это было непросто. А, ладно, давайте выбираться. Значит, вон нам сохранение. Нам нужно явно туда. Чтобы туда попасть. Еще и сундучок такой красивенький. Ай! Я хочу взять его. Ага, вот так. Отлично. Сохранимся. Значит, вниз, я думаю, пока не буду нырять, потому что там проход закрыт. Я, пожалуй, пойду дальше поверху. Бильбо, если нам позволит, если он соизволит запрыгнуть. И, дружище, ты почти это смог. Бильбо, ты почти смог. Да, фанатам Star Trek посвящается, да? Ладно, значит, он сюда не может. А вот если вот сюда, хобаньки, да, и уже отсюда, вот так. Еще какой-то рубильник. А, ну вот золотая чаша. Блюдо, да, точно, блюдо. Ну, не блюдо в смысле еда, блюдо, а блюдо в смысле блюдечко. 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 И мы вот так вот, хопаньки. Отлично. А, ну что я могу сказать? О, как удачно, что мы сюда зашли. Найден рубин Гроина. Хорошо.
Опа. Блин. В общем, надо наверх. Так, ну что, наверх полезем, да? Нам дальше бы наверх. Хорошо бы. А, нам хорошо бы вот здесь вообще пройтись. Вот так. Сюда как-то можно? Прям можно прям так нагло, прям тыщ. Ух ты, а что это такое? А что это? Найдены копья короля Дортина. Ну там, по идее, Бладортин, блин. Я не могу прям смириться, потому что Бладортин он, по идее, а не Дортин. Может, тут какой-то другой король. Не, ну тут прям, ну явно, вот тот самый. Потому что там как раз в книге про копья короля Бладортина. Ага, вон еще сундучок внизу. Опа! А вот это я сейчас не ожидал. Вот такой смерти я сейчас точно не планировал. И что теперь? И где мы появимся? Офигеть, да? О-ля-ля, о-ля-ля. Дзынь. Блин. Пьем противоядие. Что у него? Бильбо, что у тебя с рукой? А, ты типа в противоядии весь такой? Давайте-ка я сохранюсь еще разок. А почему бы нам лечебное зелье не выпить, да? Хованьки. Все, копья взяли. Ладно, то есть теперь, наверное... А куда нам дальше тогда? То есть мне хотят сказать, что мне точно не туда. Потому что я не могу туда запрыгнуть. А как вот залезть, скажем, на вот эти вот цепи? Ладно. Ай, блин, я так не хотел. Блин. Как бы по-хитрому-то. Ой, отпустился. Я случайно. Ну все, ладно, раз уж мы внизу, значит, снова давайте весь низ обшарим. Я хотел прям по всем закоулочкам пройтись. Оп. Оп. Да, вот прям по всем. Угу. Сюда нам ведь больше не нужно. Че, почему я не могу? Я хочу там сохраниться. Ой, ребята, простите, пожалуйста, если вы это слышали. Ой, я так жестко чихнул опять. А, ну все, да, ход завален. Все прям как по книге. Там ход завалило и все, и тогда гномы вместе с Бильбо. Бильбо сказал, теперь, походу, вам, друзья мои, нужно будет отправиться со мной. Ой, так, ладно. Ух ты, здравствуйте. Какой золотой сундучочек. Дзынь. Дзынь. О, да. Золотое блюдо. А я еще хочу... Ух ты! Здесь, пожалуй, лучше не падать. А за вот этой скалой там ничего нет? Чем вопрос? Я не знаю. Есть ли там вот что-нибудь?
походу нету. Значит, давайте здесь сохранимся, отдадим все вот эти чаши. Что там по монетам? А, еще 1000 монет где-то. Где-то 10 сундуков еще. Офигеть, 10 сундуков. Бильбо, у меня не хватит слов, чтобы отблагодарить тебя. Теперь мой сын сможет унаследовать то, что принадлежит ему по праву. О, да. Сколько сокровищ! От такого зрелища даже гном может разрыдаться. Благодарю тебя, Бильбо. Какое счастье, что эти копья снова оказались в руках гномов. О, да, вот это красота! Угу. Мы должны покинуть... А, ну да. А все по заданиям, получается, мы... Все сделали. Мы все сделали. Бильбо, так научи их при помощи посоха также прыгать. Да и все. Просто при помощи посоха их также научи прыгать, лазать. Давай, дружище. Там сверху был какой-то сундучок. Хитро запрятанный, а? Кто так прячет? Ладно. Кто так прячет, то мы знаем, разработчики. А как вот туда залезть? Вот сюда. И потом вот сюда. И потом вот так. И что? Вот еле-еле. Сейчас все противоядия так потратим на эти сундуки. А, да, я по низу сейчас хожу, проверяю все. Все именно на низах. В низах. А че, почему он не цепляется? Давай, давай, Бильбо. Что, ты застрял? Как ты застрял? То есть я внизу все просмотрел. Все везде вроде бы как проверил. Все везде просмотрел, все везде проверил. Ладно. А теперь давайте пойдем по вторым этажам. Везде, где они есть. Ой-ой. Я знаю, что еще в самом-самом... Ну вот почему он не цепляется? Ну что не дает ему здесь зацепиться? Бильбо. Бильбо, ты дурак. Почему ты не можешь зацепиться? Не цепляется. Я не знаю почему. Я не знаю почему. Бильбо не хочет... Цепля... И прыгать тоже не хочет. Давайте, ладно, с посохом. Так, и с посохом. Вот сюда, обанги. И здесь сохранение где-то. Ага. Я, пожалуй, сохранюсь. Потом дальше пойду. Так, там ничего не то. Вот перед тем, как вниз, по идее, спускаться... Офигеть. Не, давайте уже тогда умрем уж до конца. Помирать так уж до конца. Блин, ну ладно. Я хотел реально умереть. Не, подождите, я умру. Нет, Бильбо, ты умрешь. Потому что ты потратил здоровье.
Офигеть. Нормально полетел. Так там яма такая, ужас. Вот такое здоровье должно быть. Все, замечательно. А теперь мы пройдемся, давайте, снизу. Не ближе к краям. А, вон еще гномы стоят, кстати, с вами я не разговаривал. И вы же не просто так тут стоите. И зачем только дракону все это золото? Он же все равно не может его потратить. Че, просто так стоите? Ни один дракон не достоин того, чтобы владеть такой красотой. Просто ради диалогов. Понял. Ладно. Смотрим все сундучки. Вот закрытый вижу. Вижу. Так, а еще где-нибудь тут есть? Отлично. Отличненько. Просто замечательно. Еще сундуки. Видим? Я не вижу. То есть теперь нам бы... Теперь нам можно смело, в принципе, наверх. Кстати, мы здесь же и оказались. Это же надо. Вот это совпадение. Я хочу по вторым этажам везде пройтись. Бильбо, по идее, ты должен допрыгнуть, дружище. Ты просто обязан туда допрыгивать был. Смерть. Я думал, он допрыгнет. Ну, значит... Опа, вот так вот будем. Бильбо, умри уже туда. Ну почему он не цепляется? Ну почему? Дружище, ну почему же ты не цепляешься? А? Ну как так? Здесь, кстати, можно по вторым этажам пройтись. Да? Или не да? Не, наверное, не да. Не, может и да. Оп, да, вот так и надо было сразу, Бильбо. Надо было сразу умирать, да и все. О-ля-ля-ля-ля. Как я туда тогда допрыгнул? Вот. Почему? Ну почему он не схватился? Помните, я тогда вот с первого раза как-то допрыгнул. А сейчас не получается. Я не знаю почему. Может, мне разработчики хотят, чтобы я пошел в другую сторону? Ну, вряд ли. Ну вот я стою. Вот я прицелился. Да? Вот мы прицелились. Все. То есть нужно было просто внимательно прицелиться. Ах. Так, ладно, Бильбо. А рычаг больше нельзя, да? Нельзя. Давайте осмотримся. Давай. Я думал, сейчас грохнется и все, и хана тогда. Не, у меня уже прохождение на 16 часов, так что, знаете, я уже за время особо не переживаю. Я уже придумал, что каждая миссия, каждый уровень будет отдельным видео, что я думал
Сначала я думал, постараюсь уложиться в 12 часов и запилить это все одним большим куском. Потом я понял, что не получится, но значит буду, наверное, делить на две части. А сейчас я понимаю, что тут уже попахивает тремя и более частями, так тогда уже я разделю на отдельно на миссии, да и все. Уровни. Блин. Как мне наверх залезть? Вот прям на самый, вот самый-самый вот хочу. Прям вот, вот, ну вот, вот самый, что ни на есть, самый верх. Вот куда-нибудь вот, вот тут, туда, пожалуйста. Прям вот в самый. Прям высоко, высоко. Камера, давай это прекращай. А что, я не могу перепрыгнуть? Я не могу на... Вот так могу зато. И теперь... Да, ничего тут нету. Сюда-то мы добрались. Туда нам нужно после. Вниз я понимаю, что надо, но там еще сверху, очень много всего сверху осталось. Очень много всего осталось сверху. Вот мне бы на вот эту, наверное, цепочку. Вот так. И по ней уже... Да, можно залезать выше. Оп. Ага, точно, и туда вот мы не ходили. Ходили. Что я помню, там кристаллы были. А теперь что-то здесь ничего нету, значит, мы там были. Это единственное объяснение. И чё? Вот это прям статуя, как назло. И что, я теперь не могу вылезти? А чё, почему ты не можешь наверх залезть? Я не понимаю. Вот так. Все, сейчас сохранимся и полезем, наверное, выше. Да, больше же сверху... Вряд ли мы чего-то такое пропустили. Тяжело. Ох, как тяжело. Тихо, Бильбо. Нет, давай... Все-таки, пожалуй, я схожу еще раз. Вверх чекну. Да. Отлично. Все, здесь, да, когда-то был кристалл, и мы его такие... Опа. А, ну открытый. Тихо! Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Ладно. Ладно. Нет, я... Бильбо, давай уже все, умираем тогда. Не-не-не, дружище, все. Вон еще сундук. Там внизу сундук, Бильбо. Ты видел? Ты успел увидеть? Перед смертью. Оп, оп. Не могу зацепиться. Давай, давай, дружище. Вот так. И вот сюда. И тихонечко, на цыпочках. Прям аккуратненько. Хобаньки. Значит, там открыто. А, ну, в общем, мы вернемся. Все, да, мы поверху.
все везде прошли, прочекали. Все, значит, можем теперь на самый-самый-самый верх пойти. Прям на самый-самый-самый присамый. А самый-самый-самый присамый это вот сюда. А потом, наверное, вот сюда. Опа. Значит, осмотримся. Сундуки открыты, открыты. Значит, здесь. Там вот сохранение очень кстати. Вот тот фиолетовенький надо там еще взять. Допрыгнем. Да, отлично. Ладно, он хоть за них нормально цепляет. О! Золотой. Ну, слушайте, я сначала сохранюсь. А потом за вот этим золотым нырну. Вот сюда. Для Бильбо высоковато, походу, было, потому что мы одно здоровье потратили. И цепляемся. Я думал, не сможет. Не, Бильбо, если честно, я в тебе посомневался. Опа. Отлично. Теперь. О, здорово. Крутяк. Ну ладно, мы хотя бы сейчас наверху окажемся. То есть как бы ничего страшного. Что хорошо, что мы тут сохранились. Хорошо, что мы тут сохранились. А, нужно пониже спуститься. Потом вот сюда прыгнуть. Сейчас кристалл возьмется. И Бильбо. Главное, допрыгни, дружище. Это самое главное. Давай, отлично. То есть, если, видимо, он руку тянет, значит, он допрыгнет. Эти я наверняка я повыше залезу. Сейчас она еще подъедет. Вот так. И потом сюда. И надо потом еще вниз будет спуститься. О, еще один золотой. Да, нужно еще будет потом вниз спуститься. Значит, я уж наверху тогда все дособираю. Ничего не пропустил? Да, там один внизу, да, я помню. Про тот беленький. Ну и золотое. И золотой сундук. Вот туда мне нужно. Давайте сначала сундук. Что я думал, потом как раз мы ниже окажемся. И там будет, возможно, удобненько собрать тот белый кристалл. Храбрости. О, да. Ух ты, что такое? Мощный удар в прыжке. Меч. Этот удар гораздо мощнее обычного удара мечом в прыжке. Применяя его, вы можете не только наносить больший урон и разбивать щиты, но и отбрасывать отдельных противников. Чтобы применить этот прием, нажмите левый альт во время прыжка. Все, understand. Я вас понял. Значит, мне осталось собрать вон тот беленький, и в целом... И в целом мы все собрали. Опа, и сохраняемся. Все, теперь нужно найти, как бы нам спуститься. Там может просто камнем упасть. Во, да, точно. Просто камнем вниз. Я так понимаю, все. Да, я думаю, я все собрал. Ну, 3300, ну, внизу, наверное, там еще 700.
Вот 6, да, еще, может, 5 сундуков, ну потому что, ничего нету. Опаньки. Допустим, я спущусь здесь вниз. Это не сработает, господин Бэггинс. Если мы отпустимся, то все. Теперь нам надо искать путь вниз. А как нам лучше вниз? В принципе, если по цепочке сюда. Вот сюда. Потом вот сюда. И потом куда-нибудь вот туда. Все. Хана, смерть. Блин, обидно. Обидно. Ладно, значит, камнем вниз. И теперь... теперь обратно. Можно на вот эту цепочку. Подождите. Мы по ней ползли. Или может быть можно вот так? Нет, так нельзя. Сколько раз уже Бильбо свои мохнатые ноги попереламывал. Все из-за меня. Ну, я не знаю, как я тогда опущусь. Я не вижу здесь какого-то хорошего спуска. Все высоко находится. Ну, за золотую цепь он не зацепится. Это можно быть уверенным. Но по идее, по-хорошему, надо бы вот куда-то туда. Вот если я так прыгну, он же не зацепится. Так он и не допрыгнет, это слишком далеко для него. Слушайте, я не знаю. Походу надо забить на этот белый кристалл. И все. Ну потому что я не знаю потом, как вверх обратно залезть. Я не знаю. Ну, блин, ну почему ты туда не прыгнул? Ну почему? Нет, я хочу его взять. Как это? Ну как это? Ну игра. Ну нельзя же так со мной. Она нас отдаляет. Она нас сближает. Ну вот я вот максимально вниз, допустим, да? И вот если я отпущусь, все, смерть. Ниже же некуда. Ну вот отпустился. Да, все, смерть сразу, блин. Не, ну если в теории выпить зелий, как бы, может, тогда хватит. Как вариант. Ну все, это вот самый... Не, блин, он умрет. Я думаю, он умрет. Да, он умрет. Слушайте, я не знаю, куда дальше. Ну, вот сюда, наверное. Да, точно. И теперь можно залезть повыше. Вот оно что. Да? Сюда ведь нам прыгать? Или в обратную сторону? Нам лучше сюда. Нам лучше вот сюда. Все, вот, блин, из одного какого-то беленького, да? Пришлось... Ого-го, куда прыгать? И вот сюда.
И сохраняю. И замечательно. И теперь... Ну здесь теперь мы точно уже спустимся. А вот можно дабл... И за веревочку хватайся. Молодец. А, кстати, он схватился просто. От этого умер, потому что расстояние было. Офигеть, какое здоровое. Оп. Оп. Ну, по идее, он должен допрыгивать, да. И вот сюда. И сохраняемся. И теперь максимально эффективно надо бы спуститься. Вот так. Можно, Бильбо, ничего страшного. Подумаешь, чуть не помер. Бильбо, это нормально. Это такое, в порядке вещей. В грибочках, кстати, вообще не попадается. Вообще не попадается. То есть специально, чтобы мы тратили лечебные зелья. От хитрые ребята. Ах, они какие разработчики. Ах, они какие. Мы слушаем тебя, Торин Дубощит. Мы должны покинуть это место, прежде чем вернется дракон. Переправь нас через эту пропасть, Бильбо. Все, теперь можно смело спускаться. Ага, здесь просто камешком. Значит, зеленое. Давайте осмотримся сразу. Вот я вижу внизу. Опаньки, это что там такое? Зеленые, по идее, падать не должны. Но это скорее желтые, потому что бывают прям совсем зеленые-зеленые. Бильбо, просто отпустись. Вот, все. Ага. Вот так. Теперь главное не накосячить. Главное не накосячить. Ну вот я спущусь вниз. Как я потом туда залезу? Вот в чем вопрос. А, или... Подождите, там что, можно было по цепочке? А, нет. Мне показалось, что как будто тут... Одна вот эта лиана как будто на цепочке болталась. Я думал, может, с другой стороны этого ущелья нужно... Офигеть. Да. Здорово. В натуре класс. Ужас. Ладно, сейчас попытка номер... Попытка номер 38. А чё? Как это произошло? Я не понял. Почему он упал? Бильбо, зачем ты упал? Зачем ты упал, дружище? Нам нельзя падать. Вот так. И теперь вот сюда. И теперь снизу какой-то камешек есть? Или мне, да... Что это за оранжевые тут? Вот. За лиану взялся. Далее. Дальше мне что? Дальше вот сюда наверх. Тут как раз камешек. И с него мы уже... Пойдем дальше, да? Но неплохо было бы дать нам... А вот почему он не зацепился? Давай бери сундук уже тогда. Почему он не зацепился, я не понял. Ой, меня это бесит. Я не знаю, вот это вот раздражает такая штука. Почему он не цепляется? Вот можно было сразу сюда и все.
Тут прям я должен прям запрыгивать на этот камень, понимаете? Прям вот так. Все, отлично. Монетки взяли. Теперь. Вон, сохранение. Все, я хочу тебя. Сохранение. Я хочу тебя взять. Как бы мне тебя взять и не умереть? А? В теории я могу лечебного зелья выпить. И тогда, я думаю, допрыгну и не умру. Просто вот если я здесь отпущусь, я, мне кажется, точно умру. Ладно. Зелье. Раз. Зелье два. Даже три. Но это я случайно уже нажал. В общем, давай отпустимся, да? Отпустимся. А, ну да. О, да. Все. Теперь точно все. Значит, я помню, что там монетки где-то были. Были. И я их очень хочу взять. Здесь явно не просто так это все. Надо было сначала, наверное, туда допрыгать. Сюда. Сначала надо было вот сюда сходить. Здесь все собрать. Потом по-хорошему возвратиться назад, сохраниться. Чтобы уже больше сюда снова так не ходить. О, да. Вот они хотят, чтобы я пошел наверх. А я как бы пока что не очень хочу наверх. Я хочу сохраниться. Просто сохраниться. А потом уже... Все, вот этот камень зачем мне двигать? Чтобы залезть... Куда? А? Чтобы залезть куда? Или может его надо просто на вот эту черную? Может быть, отсюда потом вода побежит? Потом. Ну что, тут же водопад, тут явно должно все заполниться. И тогда... Тогда там уже мост какой-нибудь да всплывет. Да, вот этот, например, деревянный-то мостик да всплывет. Бильбо, ты там сейчас надумал упасть? Или что это сейчас было с анимацией? Вот сюда. Ладно, и зачем я здесь? И зачем я здесь? А зачем мне сюда опять наверх залазить? Нет, я, конечно, дико извиняюсь, но я что-то недопонимаю. Замысел разработчиков. Может, где-то какая-то лиана офигевшая есть, на которой ты типа повиснешь. И она вниз опустится, прям так низко-низко, так прям. Ну что-то я таких лиан не вижу. Ай-яй. Как хорошо, Бильбо, что ты цепанулся нормально. Вот здесь, да. Как бы нам пониже-то. В принципе, пониже можно там. Да. Вот где сохранение. То есть как раз сохраняемся. И вот мы и ниже. Прям все, как я и хотел. И вот эти монетки еще хочу. Ага, спасибо. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Ах, да, успел. Я сохранюсь. Не-не-не, я сохранюсь. Это как бы такое. В общем, теперь...
нам вот явно вот сюда. Можно на вот это, да, лиану запрыгивать. А, кристаллы взяли. Сейчас нам еще вот здесь. Что-то здесь осталось еще. А здесь нам зачем быть? Это же выход наверх. Прям, ну, на самый-самый смысле вверх. Прям на самый... Ой-ой-ой. О, офигеть, куда мы грохнулись? Вот этот камень явно тоже нужно куда-нибудь сюда двинуть. И нормально будет. Все, эту дырку мы закрыли. Вопрос, зачем я их закрываю, или и вообще дырки ли это, или что это такое? И почему-то я боюсь самый низ спускаться, боюсь, что потом обратно не смогу вернуться, хотя по идее такого не должно быть. Не, ну явно же, ну просто какие-то черненькие такие подозрительные, знаете, вот что-то вот. Странно. Ладно, дальше. Вот я сейчас сохранюсь. И куда я дальше-то? В принципе, можно ниже, ниже. И... Опаньки, это сундучок. А сундучок-то надо взять. А как мне его взять? Это, видимо, там уже, когда вниз спущусь, тогда смогу взять сундук. Значит, как лучше-то бы сделать? Ну, вот тот сундучок. Ладно, здесь как-то вниз. Нет, здесь лучше вниз не спрыгивать. Здесь лучше вниз не спрыгивать. Можно вниз пойти, наверное, вот туда. Будет более грамотно. Ну, слушайте, ну здесь, да, вот водопад такой прям вот, ну не просто так он. Явно он не просто так. Опаньки, опаньки, еще сундучок. А сколько, кстати, нам надо сундуков-то там? 26, а, ну то есть осталось еще 5 сундуков, 2 уже я видел. Монет 3600, но нам еще где-то 400 где-то монет надо найти. Ну, наверное, в сундуках. Наверное, в сундуках это все лежит. Чуть не грохнулся. Ой, такая сразу тишина, когда нету этого. Опаньки, что это такое? А что это здесь? За сундучок такой одинокий. Тихий, одинокий сундучок. Кстати, что еще забыл сказать? Вот по заданиям. Вот этого найдите копия короля Дартина. Ну, по идее, это король Бладартин. Вот он там, король был. Я про него уже говорил. В общем, интересный факт, что в ранних черновиках Хоббита... Хоббита. В ранних черновиках Хоббита предводителя гномов звали Гэндальф. То есть не Торин, а Гэндальф. В то время как волшебник Гэндальф носил имя Бладартин. То есть, по идее, Толкин изначально думал Бладартином назвать именно Гэндальфа. Вот, дракон именовался Прифтаном, а Бьорн просто русским словом «медведь». Также встречались упоминания реально существующих географических объектов. Например, Китай, пустыня Гоби, горы Гиндукуш и Шетландские острова. Предполагалось, что дракона должен был убить именно Бильбо. Также некромант из Лихолесья представляет собой некроманта Тху, который позднее получил имя Саурон. А именно позднее, это где у нас позднее? Позднее это во Властелине колец. Вот такие вот интересности. Вот еще сундучок. Минутка информации. Ай-яй-яй. Да что ж такое-то?
Да блин, офигеть, я не могу попасть. Ну там очень много красного вот этого пространства. Ничего, у нас противоядие есть. Вот мы его сейчас выпьем. Кстати, мы его и получили. А сколько? А у Бильбо рука, смотрите, он как ходит. Типа, это отголоски от противоядия. А, ну все, восстановился, смотри-ка. То есть, несмотря на то, что мы противоядие выпили... Ну-ка, давайте сохранимся. Несмотря на то, что мы противоядие выпили, видимо, все равно анимация еще остается. То как будто бы он под ядом. А я, ну вот я не знаю, у меня палец прям сам нажал почему-то на красную. Я не понял, как это произошло. Игра меня победила. А наверх здесь... Ай-яй, тихонько, тихонько. Все, то есть вот я вот этот сундучок хотел, я его взял. Молодец. Это что такое за воронка? То есть мы камень поставим. Мы подставим этот булыжник и что? И эта воронка... И перестанет она, наверное, засасывать воду. Что это такое? Что это сейчас было? В общем, она, видимо, перестанет засасывать воду. А когда она перестанет засасывать воду, то, наверное, вода будет подниматься. Слишком много слова «вода». Вода, вода, вода. Снег тает он. Вода. Слушайте, офигеть, я не мог попасть почему-то. Это я не специально над вами издевался? Нет, это я почему-то вообще не мог попасть. Очень странная штука. Хобаньки. Мне кажется, один сундук мы таки где-то пропустили. И будет очень нехорошо, если он где-то... А, нет, 31 из 31. Найдено мне 4000. А, то есть еще кристаллы где-то нужно. 200 штук насобирать. Ну все, следовательно, нам можно уже подниматься. Да? Потому что я не знаю, внизу-то в принципе все. Больше делать нечего. Ну вот, мы двигаем камень. Да, двигаем камень. А сейчас вот прикол будет. А, вот они, кристальчики, все. А, бегом, бегом. Вода-то дальше продолжает наполняться. Ать! Так, ладно, здесь мы тоже поставили. А, ну то есть, в принципе, мы все сделали правильно. Хотя, подождите, мне кажется, из-за того, что кристаллы пока не появляются, пока вода сюда не... Давайте уберем. Потому что это в игре какой-то баг из-за этого. Ну все, воронка. Воронка! Она не начинает работать. Офигеть, все, мы утонули, походу. Ну, кристаллы такие появились. Я хочу убрать вот это дело. Убрать, 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 убрать. Почему? Почему воронка не зарабатывает? Офигеть. Я думал, то есть я постепенно, поступенно. Значит, я тогда сделаю по-другому. Да хотя зачем? Я думаю, все нормально с игрой. Ну, подумаешь, подвигал я камешки с самого начала сразу же. Ну, подумаешь. Ничего страшного. Все. Побежали. Хобаньки. Просто надо бежать, и бежать, и бежать, и бежать, и быстрее, и быстрее, и быстрее.
какую-нибудь музычку вот здесь, то какую-нибудь такую бы нагнетающую. То такая тишина прям зловещая. Вот это сохранение очень кстати сейчас было. Сохранение было очень кстати. Вода за нами, благо, не поспевает. Но, возможно, это пока что. Ой, теперь обратно, считай, подниматься. Но вот мне смущает то, что кристаллы не появляются. Да, еще 200 кристаллов. Вот как будто бы, знаете, мы бы... Если бы камни не сразу... Так, а куда? А? А куда? А, вон туда, наверное. Вот же сохранение тут даже есть. Мне кажется, за счет того, что я их подвинул, игра перестает прорисовывать дальше кристаллы. Вопрос, мне наверх? Или мне сюда? Походу-то нам сюда. Что наверху там... Там ничего вообще не было. О, баньки. Так, ладно. А что делать-то? Там мост точно же сейчас будет. Блин, а я что, один камень не подвинул? А я и думаю, что за нами вода не поспевает. В общем, я, наверное, упаду. Да, для чего? Чтобы нас на сохранение пониже, чтобы мы сейчас опять пока туда допрыгнем. Я проще так сделаю. Значит, надо посмотреть, где вода остановилась. Ну вот, она больше не поднимается. Да камень-то стоит, вы видите? Офигеть. И это что такое? Это баги какие-то? А как успевать потом? Офигеть, это же как надо бежать. Бегом, бегом. Да, походу я закосячил все прохождение. Ну блин, разработчики могли бы сказать сразу. Что не надо двигать эти камни пока что. Ох. Ну вот, по идее, да? А, вот, ну все. А, Бильбо, прыг-прыг. Поднимается вода? Я не вижу. Да нифига она не поднимается, там что-то... Это какой-то глюк произошел. Надо, видимо, полностью отодвинуть, потом полностью снова задвинуть. И чё? А, вот все. Ай-яй, бегом-бегом. Вот и кристаллы появились. Во-во-во, вот я об этом и говорил. Что, возможно, какой-то в игре глюк. Так что, если будете проходить, не двигайте эти камни, не вздумайте. Сейчас ждем. Сейчас просто ждем. Да, мост потихоньку там всплывает. Значит, ждем воду, и я хочу только потом двигать этот камень. Только после. Чтобы у меня кристаллы появлялись, чтобы все было так, как задумывалось разработчиками. Но, блин, это так долго. Все наполнилось. Все, можно двигаться. Ага. Бильбо, давай. Надо же успевать еще. Ой, как это все долго. Ой-ля-ля. Бильбо,
запрыгивай. Не выделывайся. А, все, мне больше камней не нужно двигать. Теперь мне нужно ждать мост. А, стопэ. Так это ж надо аж куда-нибудь сюда. И вопрос, а успею ли я? Я вот сохранился сейчас, возможно. Давайте я камень отодвину. Нет, камень все-таки, да, надо еще двигать вот этот. Ну да, и нам потом, значит, на эту платформу и уже до конца. Тихо, бегом, бегом, Бильбо, бегом. Давай, дружище, надо успевать. Ага, вот, да, нам даже дали понять, что нам вот сюда надо. Наверху там ничего не появилось, ничего не появилось. Отсинг, прыг, ай-яй-яй. А я упал, а мы видели. Ну и замечательно. Я, кстати, что-то там не понял, то есть я вот прыгаю. Надо потом, видимо, ждать. Давай, давай, Бильбо, давай, давай, давай. Прыг, прыг. Камера, не зависай. Очень не вовремя. По-хорошему, мне уже бы на этот мост запрыгнуть, но хочется это кристаллы взять. Да, вот куда? Куда? Зачем? Я не понял, как он так прыгнул. Блин, еще так долго ждать. Давайте, значит, я сейчас камень отодвину. Все, я придумал. Я отодвинул камень. Я дождусь воды, и я сохранюсь. Чтобы опять ее не ждать. По-хорошему-то надо уже пройти, да и все. Ну, блин, я не знаю, как я так... Давай, 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 давай. Ай-яй-яй. Я не знаю, как так. То есть вот, я прицелился, все, прыгнул. Прицелился. Ну вот куда-то он. Вот опять! Куда он прыгает? Вы видели? Я. Блин, я ровно даже все сделал. Да. Может, туда просто не надо прыгать? Может, мне предлагают прыгать сразу на мост? Я не знаю, что от меня хотят. Просто он почему-то прыгает в другую сторону. Ну, по логике-то, ну вот сюда же надо прыгать. Да ладно, ты попал. Бильбо, ты меня удивляешь, дружище. Ну все, сейчас надо на мост. Давайте я его дождусь, чтобы жизни не потратить. Все, можно? Все, можно. А теперь... Как он так высоко запрыгнул? И чё? И типа хотите сказать, что я сюда запрыгну? Да нифига. Надо, короче, ждать просто, походу, здесь, на мосту. Да, и вот сейчас, наверное, все выше, выше, выше. Да. А кристаллы? 1900, еще где-то 200 штук. А, ну мне сейчас, наверное, гномы дадут их. За то, что я им помог вот этот мост, типа, построил. Не, все, значит, нужно, как только сюда запрыгнул. Вот. Отлично. Сколько дали? О, 2100. Вот, попробуй, повтори, называется миссия. Это же ужас. Сколько мы тут лазили, но все собрали. А что теперь по заданиям-то? Что по заданиям? А, ну все.
все задания, то есть мне нужно просто к гномам. Они уже на той стороне. Вот было бы здорово, если бы я грохнулся. Вот классно было бы сейчас, а? Что, Торин, ждешь нас? Жду. Давай поговорим. Отличная работа, Бильбо. Войди за мной в город гномов Эребор. Да, давай, пожалуй, сходим. Слушайте, ну прикольно, такие стены. Я думал, тут какие-то узоры, а тут что-то просто... здесь, по-моему, были узоры, но дракон все тут разломал. Че, окей? Ага, вы гляньте, а сколько же у нас монеток? Значит, что покупить? Я даже не знаю. Раз. Че, еще одну взять? Ну да, потому что я не знаю, что нам еще надо. Камней хватает, всего хватает. Отмычек вон уже даже 6 штук у нас. Ну, живая вода, это, конечно, хорошо. Но я как-то больше за ячейки здоровья. Больше им доверяю. Так, завершить торговлю? Да, завершить.